Фотографии окружают современного человека повсюду. Дома, на работе, на улице города. В СМИ она уже не просто иллюстрирует печатное слово, а является самостоятельным средством передачи информации. Фотография имеет самоценность. Она обладает уникальным языком, который мы можем читать, когда рассматриваем готовые снимки, и которым мы можем писать, когда создаем новые. Фотография помнит время, прошлое, настоящее, будущее, вписано уже в саму ее канву. Фотография может многое рассказать о том времени, в которое она была сделана, о визуальных канонах, нормах, стереотипах, о моде, о социальном и индивидуальном поведении, о взаимоотношениях детей и родителей, мужчин и женщин. Фотография живет и развивается. Она оживает всякий раз, когда находит своего зрителя, приобретает новое прочтение. Как устроена грамматика фотографического письма? Каким образом одно единственное изображение может рассказать истории наравне с текстами, созданными на естественном языке? Что влияет на восприятие фотографии и как можно им управлять? О чем говорит геометрия снимка? Как исторический контекст определяет угол зрения смотрящего? Как фотография характеризует человека и общество, в котором он живет? Как фотографировать, если ты социальный исследователь? Ответы на эти и многие другие вопросы даст курс «Как читать фотографию». Мы приглашаем всех, кто любит рассматривать снимки или создавать новые, совершить удивительное путешествие в страну, где свет пишет.